Итак, Лилия. Ой, начали, блин. Я хотел вообще-то о важной подождите, теме. Подождите, давайте еще раз. Можно отбивку заново, да, пожалуйста? Нет, не надо нам ничего. Вот она. Итак, Валерия, хотел про важную тему тебя спросить. Слушай. Скажи, пожалуйста, не бесит ли тебя... Не бесит ли тебя пленка на вареном яйце, которая по скорлупой не отшиперивается от него? Вообще раздражает очень. Знаешь, как ее называют? Как? Кутико. Я сейчас начал искать кутикулу, а еще ее называют блюмом. Блюмом? Ой, да. Да просто часто люди на работу, на завтрак себе приносят вареные яйца и берут с собой в поход. И вот эта вот... Кутикула? Вот эта вот пленка, это ужас какой-то. Ты вроде сварил яйцо, оно должно прекрасно очиститься, а вот эта вот пленочка... Она прям разлагает обстановку, да, в коллективе. Да, вот такая вот программа «Новое утро» не только развлекательная, но и полезная. Да, просто хотели как бы посмотреть сюжет интересный, но вместо этого пришла Лера и сказала: «Расскажи про яйцо». Все. Все, все. Лучше уже не будет. Уберите, пожалуйста.